Китайский национальный музей шелка в Ханчжоу организовал экспозицию «Красочная Азия» – выставка азиатских костюмов. Мероприятие приурочили к 19-м азиатским играм. Здесь было представлено около 150 предметов национальной одежды из более чем 26 стран. Экспонаты охватывали различные области нематериального культурного наследия, раскрывающие взаимодействие азиатских стран древнего шелкового пути. Культурно-просветительская программа включала демонстрацию мастерства ремесленников, являющихся наследниками древнейших техник – печати, ткачества и вышивки. Узбекистан представил 20 экспонатов – это наибольшее количество предметов. А накануне в рамках выставки состоялось культурное мероприятие под названием «Ночь Узбекистана», посвященное богатому культурному и духовному наследию узбекского народа. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном двусторонние отношения постоянно выходят на новый уровень. И Китай, и Узбекистан известны своей многовековой историей, богатым культурным наследием и богатыми туристическими ресурсами. Поэтому обмены и сотрудничество в области культуры, культурных реликвий и туризма всегда были важными составляющими китайско-узбекских отношений. Наши две страны объединяет более чем 3000-летняя история шелкового пути, которая привела к тесным дипломатическим отношениям, торговым миссиям, переплетению культур и технологий. На древнем шелковом пути Китай и Согдиана развивали культурные связи, которые обогащали друг друга и способствовали экономическому процветанию.